Пожелания госслужбы по чрезвычайным ситуациям приняты к сведению и уже частично реализованы. В городском департаменте образования отреагировали на предупреждение ГСЧС приостановить работу некоторых школ. В мэрии не отрицают, что проблемы с пожарной безопасностью в образовательных учреждениях есть. Но тут же замечают, ситуация не настолько катастрофическая, чтобы учебные заведения закрывать. К примеру, самое распространенное нарушение – отсутствие противогаза в школах. В департаменте образования отмечают, правила об их наличии есть, но соблюдать его в наших реалиях город не может. Как оказалось, это индивидуальное средство защиты – большой дефицит для Украины. Ми, звичайно, розуміємо, що є певні вимоги закону про пожежну безпеку, але, відверто кажучи, з цим пунктом, важко погодитись логічно, тому що протигази діти у разі будь-якої незвичайної події не вдягають. Тобто це просто вимога, яку ми виконуємо, тому що вона прописана. Крім того, купити їх дуже важко, бо випускаються вони за межами нашої країни. І, на нашу думку, цей пункт виконувати достатньо складно.